Всем привет, мои дорогие, мои любимые зрители. Бегу на йогу к девочкам. Давно не встречались. Сегодня они меня ждут. Почему? Потому что я проспала. Я проспала, друзья. Я легла, потом 4:30 встала. 6 легла. И уснула. И начало у меня такое. Заснула, проспала, встала. Вот такая вот моя жизнь реальная. Хорошо, что вышла, а то бы не вышла. В последнее время у меня появилось очень много работы. Просто очень много. Вчера даже не пошла на зумбу. Так что вот такие дела, мои дорогие. Перейду дорогу, а то собьют. Мои дорогие, вы что думаете? Вы сегодня с девчонками занимались? Да мы 3 недели без умолку друг с другом. Мы так соскучились, скоро нашему клубу будет год, мы обсуждали, фантазировали, планировали, как что будет, как мы проведем время. Вот я возвращаюсь, мои дорогие, с ковриком. Наверное, уже много времени прошло. А и прохожу мимо Карфура, смотрю с 11 по 17, какие скидки на фарш, на мяско, кому интересно. В общем, такой у нас замечательный день. Картошечка по 7, туалетная бумага, скидка, салфетки. Ой, жизнь прекрасная, когда ты каждый день видишь такое солнце, согласна со мной? Когда такая погода замечательная, настроение, что-то вливается в тебя. Благодарю Вселенную за все. Всем добрый вечер, мои дорогие. Всем добрый вечер. Вот это вот мой ужин. Что я приготовила на ужин? У меня отварной картофель, я давно такое не ела. Политый оливковым маслом, посыпанный укропчиком, луком, а также красная рыбка соленая и мои соленые малосольные огурцы, пока малосольные. Также рядышком салатик и вот закуска из огурчиков. Моему мужу не понравилось, потому что там растительное масло. Вот такой вот капризный у меня турок. Так что турки не любят, ну не все, конечно. Исключение, наверное, мой муж. А все едят почти. Ну что, а здесь у меня для Ашкайма подогретая. Потому что знаешь же, что-нибудь есть. Вот моя рыбенька. А это я, мои дорогие, золотые. А я сегодня переоделась в 6:30. Как пришла с йоги. У меня дела. Вообще мозги не соображают, голова не работает. 2 вебинара по бизнесу, записи, все, разговоры списаны с партнерами. Боже мой, и вот я решила сейчас покушать, пока 8 часов. Мой муж приходит после 9, очень поздно для меня. И у нас еще курица есть, но, естественно, 2-килограммовую курицу за один вечер не скушаешь. Я решила вот поесть такую другую еду. Дочке полила, всех угостила, все убрала, перебрала. Стирка, да, стирка, но это после еды повешу, потому что поздно. И вроде бы пока новостей нету. Ну, ждите других новостей. Друзья мои, какой сегодня замечательный день. Утро началось с грозы, но не было дождя. Я сегодня душу отвела. В уборке все посветила, все почистила, перемыла. Вот смотрите, если откроем шкафчик, все так красиво у меня лежит. С холодильника крупы достала, все сюда переложила. Посмотрите, какая красота. Вот видите, какая я хозяйка. Не так? Смотрите, здесь то же самое. У меня тут все в порядочке, чистенько. Ой, как классно, друзья мои. А здесь что? Да, вытащила баклажаны, сюда переложила, они были в пакетике. Вот такая вот я хозяюшка. И вот, мои дорогие, все, сделала все, убрала. Вот, прямо душа радуется у меня. И холодильничек сегодня я привела в порядок. Как же я люблю показывать холодильничек. Яички сюда положила, все, там бутылочки, то, все. Здесь у меня фаршик, буду делать кебаб. Переложила, опустошила, помыла. Ух, молодец, Светлана. Здесь то же самое, все убрала. Боже. И вот, мои дорогие, здесь сегодня попробовали этот рулет. Это что-то
бесподобное. Если вам интересно, кто живет в Турции, просите телефон Татьяны, она привезет вам с доставкой на дом. Я просто рекомендую. Очень вкусная продукция. Так, здесь смотрите, у меня какой. Я сняла вот эти вот лианы. Вот так все сделала, вот так все сделала. Здесь у меня сушатся баночки. И вот цветочки я поставила сюда. Розмарин у меня принялся. Вот так вот у меня такая красота. И смотрите, что сделала. Я переставила вот с того балкона сюда, чтобы ему солнышко было побольше. А эти у меня как распустились, эти гвоздички здесь остались. А там вот дала этому плющу, видите, сюда прикрепила. Ну, вот такая я хозяюшка. Помыла свои зажигалочки. Надеюсь, они работают, а то... О, работают. Высохли и работают. Отлично. Сейчас мы идем со Шкемом пить кофе. Он поспал у меня сегодня, он рано встал, как ни странно. Идем пить кофе. Кофе очень вкусное. Открыла новую пачку. Просто обалденное. Такое ароматное. Вы чувствуете? А кофе какой самый? А вместе с кофе мы откроем конфетки, которыми нас угостила моя Людмила. Рома, помните, мы в гостях? Ну, пора их открывать. Откроем, покажу вам. Приятного аппетита. А, Чашкин, давай открой, посмотрим, какие конфетки. А ну, Ашкимчик, мой золотой. Ой, какой молодец. Ой, аферин, Биним. Проснулся, уже оделся вот так у меня. Поспал чуть-чуть. Чабук, Ашкин, чабук. Вот так. Вылечи я, оторви, не бойся. Не бойся, Корка. Вот. А ну посмотрим, какие это конфеточки. Молодец. Привет, не ворота. Деньги, деньги, пора. Молодец, Эрмиш. Иди в здоровье. Молодец, Эрмиш. А, видите, как на большие кашки секунды. Ну, посмотрите, как, какие конфеты. Ашкин, более кое джаз. Ну, спасибо. Спасибо, надо сказать. Хады бакарыс. Какие вкусные. Вкусно. Вкусно. Очень вкусные. Смотрите, какая замечательная погода. Да, в субботу тут продают. Какая замечательная погода. Столько деток вышло на улицу. Вот только выходите смотреть на мой балкон. Одно удовольствие. На мой балкон с моего балкона. Вот поставила сюда гвоздички, перенесла. А и это тоже попозже туда. Можно не выходить из дома? Все здесь есть, все у меня. Парк даже можно взять и пойти погулять, просто книжку почитать. Надо над этим подумать, кстати. Что я могу сказать? И видите, там тоже продают. Пикники, пикник. Сегодня на ужин хочу приготовить, знаете что? Курицу мы ели 3 дня. Так наелись, дальше некуда. Я еще вчера картофель поела с рыбкой. А сегодня, ну, не знаю, что хочется даже самой. Я бы капусточку потушила бы себе. Неплохая идея, капусточку. Но я обещала мужу сегодня приготовить кебаб батлиджан. Куда моя тетрадь с рецептами делась? Да уж, Светлана, что там делать? Там надо лук с фаршем добавить, приправ, сделать такие котлеточки, порезать баклажан. И вот так баклажан, котлета, баклажан, котлета, баклажан, котлета. И залить все томатной пастой. Сверху помидоры, стручковый перец. Вот и это есть батлиджан. Может, вот так и сделаю. Что там, правда, готовить. И плов сделаю. Мой муж соскучился по плову. Так время идет, друзья мои.
Я сама пан-спортсменка. Друзья мои, я хочу поделиться с вами радостью. Я приобрела сегодня 2 курса нейрографики. Это вообще была моя мечта. Они очень дорого стоили, но я купила это, слава богу. И сейчас, когда могу, когда хочу, тогда и буду заниматься, потому что мне сейчас нужно. 5 дней осталось до того, как я пойду на рандеву, а я еще ничего не подготовила. Мне некогда, потому что у меня работа, спасибо Вселенной и Богу. Бизнес. И думаю, вообще, иногда такие мысли появляются, знаете, где-то работать, пойти утром, вечером прийти и получить зарплату. И ни о чем не думать. А с другой стороны, я не хочу этого. Почему? Потому что я привыкла быть сама себе хозяйкой. Я сколько лет проработала медсестрой и подчинялась кому-то, вставала утром. А сейчас я делаю все, что мне хочется, когда хочу. Вы понимаете, какая разница? И думаю, блин, 50 лет, я замуж вышла за того, чтобы идти и кого-то подчиняться. Я сама себе хозяйка. Поработала активно 2-3 месяца, заработала денежки, отправила семье, помогла в дом здесь нам, себе приобрела. Надо вкладывать в себя, инвестируйте в себя, развивайтесь. Я приобрела недавно, продлила абонемент йоги. Йога – это моя жизнь. Даже сейчас, если будет, ну, обязательно еще на год продлю, еще на 2 и на 3. Ну, вот понимаете, я сейчас вложилась в себя. Я вложилась в себя, я довольна, потому что всегда вот эти деньги на себя, на учение, не хватает. А это нейроколор, я буду знать, каким цветом надо рисовать и решать ту или иную проблему. Сейчас я беру цвета интуитивно, вот как мне нравится, иногда так, которые быстро заканчиваются. Второй день интуитивно, вот так закрою глаза, 10 штук выберу карандашей и рисую. А сейчас я уже буду знать после этого курса, как нужно, каким цветом и что рисовать. А нейрокомпозиция – это уже рисование треугольников. Я только в одном алгоритме рисовала треугольники, нейрорецепт. А сейчас, после прохождения этого курса, я смогу уже… Друзья мои, я смогу, знаете что, рисовать сама, создавать алгоритмы, какие я хочу. У меня будет это право. И я взяла не простые, а с получением сертификата. Так что у меня предстоит ноябрь месяц обучения. Вы знаете, что я очень серьезно подхожу к этому вопросу. И те знания, которые мне дают, я должна закрепить себе на 100%. И этим самым я помогаю себе и… Мой трансерфинг, нейрографика, боже мой. Ну, бизнес, ну зачем мне работать, на кого-то пахать? Ну, не так ли? Добрый-предобрый вечер, мои дорогие. Я вам днем говорила, что я планирую делать кебаб патлиджан. Патлиджан кебаб. Но мой муж стал против и сделал, говорит мне, сейчас я скажу, карный ярык. Карны ярык, короче, вот, это турецкое блюдо называется. Здесь у меня уже соус готов, здесь у меня патлиджаны пожаренные, здесь у меня жарится такой стручковый перчик, а здесь у меня фарш, какой вкусный фарш получился, лук, томатная паста, никаких приправ больше, все, я выключаю. А здесь сковорода будет у меня для риса, вот. Здесь у меня духовка включенная, мои дорогие. Вся в делах. Покажу потом, что буду делать. Смотрите, что надо делать. Вот какая красота у меня получилась. Теперь надо вот так соусом это поливать. В общем, в этой красоте пускай жарится. Вот. Сейчас не такая красота получилось, как до этого. Ну-ка, я сейчас еще водички добавлю. Ну, все. Красота, красотень. Может, что-то я много добавляю. Ну, сок всегда вкусен, правильно? Ладно, не буду много давать, все.
И сейчас, а это забыла хвост отрезать, сейчас отрежу их и запекаться. А вот и еда такая красивая. Ашким уже как хочет. Хочешь кушать, Ашким? Очень хочет. Посмотрите. Подожди. Очень вкусно. Ну посмотрим. Приятного аппетита, Ашким. Иди, иди, вкусно. Вот, а я сейчас одну штучку покушаю. Я ей розмаринчик положила. Ашким, суса наверх иди. Сок. Иди сок дам. Су. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.